Доброго дня глядачам, читачам та підписникам інформаційного агентства «Журналіст». Сьогодні до нашої студії завітала бізнес-вумен, фінансистка, кохана дружина, турботлива матуся та надзвичайно творча особистість, художниця Лоліта Кочура. Доброго дня! Доброго дня! Вітаємо вас у нашій студії, дякуємо, що завітали. Сьогодні ми з вами поспілкуємося на таку творчу тему, власне, про ваше хобі, те, чим ви займаєтесь. Адже ваша основна діяльність, як ми з вами говорили, так, у ході спілкування, це фінанси, цифри, от така сфера, я би сказала, навіть чітка і жорстка. І тут таке хобі, таке творче, таке широкопланове, таке різнокольорове. Розкажіть, будь ласка, з чого все починалося, як ви в собі розкрили цей талант? Я очень давно работаю в финансовой сфере, очень давно работаю с цифрами и действительно на каком-то этапе почувствовала, что это не очень интересная жизнь. Ну, знаете, как говорится, все время считаешь чужие деньги. На каком-то этапе захотелось какого-то интересного, воодушевляющего такого момента жизненного. Я когда-то в школе давно принимала участие в редколлегии, и у меня замечательно это получалось. Я рисовала стенгазеты, ребята себя узнавали, но закончив школу, закончив институт, как-то это все отошло на второй план, и бизнес-карьера взяла свое. Сначала мы жили в Донецке, потом переехала сюда в 2005 году. Вот с 2005 года я работаю уже непосредственно в одной и той же компании страховой. Вот поэтому все время бизнес, 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 домой приходишь, у тебя в голове цифры. И в какой-то момент, вот знаете, прям какое-то было внутреннее состояние «хочу красок». Вот ни карандашей, ни гуаши, ничего. Вот хотелось масляных красок. Начала с того, что поехала на Петровку и купила там такие на холстах натянутые, нарисованные трафаретные рисунки. Думаю, надо попробовать. Попробовала, замечательно, раздарила всем бабушкам и мамам. Всем все понравилось. Потом начала пробовать сама то букет роз для свекрови, то букет цветов для какой-то знакомой. Потом очень захотелось списать необычные портреты. Причем портреты, чтобы они обязательно были связаны с цветами, но в то же время показывали сущность человека, которого я изображала. Эффект был ошеломляющий. Ну, всем очень нравилось, все охали-ахали. И поэтому я на каком-то этапе поняла, что то, что я пишу сама, это хорошо, но нужно взять какие-то уроки. Это было лет, наверное, 9-10 назад. У нас в Киеве тогда начались только первые-первые шаги тех художников, которые открывали свои секреты. Потому что ни в Ютубе, ни каких-то мастер-классов еще не было. Еще была закрытая информация от художников. И были два человека. Это Макс Каблинский и Игорь Сахаров, которые делали первые шаги, рассказывая и показывая людям, как можно в стиле а-ля Прима за 3-4 часа написать изумительную картину. Они проводили широкие мастер-классы, нас собиралось, наверное, человек по 80, по 100, где они на холсте показывали все методы, допустим, вот был посвящен мастер-класс морю. Нам писали море одним стилем, тут же стирали, писали другим стилем, тут же стирали и опять писали третьим стилем. И это было так интересно, настолько захватывающе, вот это было началом. Это было началом, а потом уже совместные уроки с мастерами, с этими, они уже привели вот к определенным результатам. За приблизно 8 років, упродовж яких ви малюєте, пишете картини, яка тематика ваших полотен? Що ви зображаєте? Що вам цікаво зображати? Ми от, власне, і бачимо, і чули вже про квіти, так? Але, я так розумію, це не єдиний напрямок зображення на полотнах, от те, що можна побачити. Ви знаєте, взагалі, для того, щоб написати якусь картину, обов'язково має бути воодушевлення. Це найголовніший фактор зажигання вот этой внутренней свечи. Потому что если в тебе не светится желание какого-то изображения, то изображение не получится. Я пыталась
понять тех художников, которые пишут под заказ. Это очень сложно. Это надо себя заставлять, это надо реально работать этим художником и четко понимать, что ты работаешь от рассвета до заката. Я пишу свои работы только по выходным. Я пишу от того, что если я где-то что-то увидела и сделала красивую фотографию, листала в интернете какие-то картинки, и мне запала картинка в душу, вдруг захотелось изобразить какого-то человека, и я изображаю этого человека, но с какой-то подачей там интересной. Но в большей степени я отдаю, наверное, все-таки цветам. Вот цветы, именно цветы пионы, как цветок любви, меня привлекает больше всего. Я знаю, что у вас есть портреты в коллекции. Да. Расскажите, пожалуйста, кого изображаете? Есть портреты, у меня есть портрет моей дочери, у меня есть портрет моей сестры, есть портрет моей кумы. В общем, все близкие ко мне люди, да, которых я чувствую эмоционально, я, конечно же, их тоже обязательно хочу изобразить с какой-то подачей интересной. Вот. Если говорить о серьезных каких-то моментах портретных, то к 90-летию футбольного клуба «Динамо» у нас была подготовлена выставка. У меня есть приятельница, которая тоже художница. Я так говорю, тоже. Она художница, потому что только художница. А я художница, потому что по выходным. Вот. И я ей предложила проект написать несколько работ для футбольного клуба «Динамо», для их празднования 90-летия футболу. Нами было написано 9 огромных работ, где были изображены ребята, футболисты, владельцы «Золотого мяча», где был изображен Лобановский в прекрасном виде, где были изображены сегодняшние хозяева клуба, братья Суркисы. В общем, коллекция получилась замечательная. У нас работы были размещены в музее «Динамо». Было очень эмоционально. Было очень много выложено энергии, и я хочу вам сказать, что это тоже такой, знаете, такой интересный момент, когда ты выкладываешься сильно, какой-то период времени потом не хочется писать. Вот ты как бы ждешь результата, как оценят твои работы, куда они уйдут дальше, какой интерес будет у людей. Вот эти все моменты на тебя тоже влияют, потому что, наверное, все-таки вот эти все красоты должны радовать не только нас дома, они должны радовать еще кого-то. Вот поэтому определенный период времени, наверное, где-то месяца 8-9, я не писала ничего, эти работы прекрасно размещались в музее. На сегодняшний день мы их забрали из музея, потому что «Динамо» как-то так пожала плечами и сказали, мы пока не готовы у вас их забрать. Ну, мы нашли выход из положения. Три картины у нас забрало кафе, которое открыл Милевский Артем. Остальные ждут своих хозяев. Тобто шанувальники у вас уже є і чимало. Причому да. Серед цих шанувальників ваших робіт є і імениті українці, да. Зокрема футболісти. Да, да, да. Скажіть, будь ласка, як, можливо, ви знаєте, чули, як оцінюють ваші роботи, от, зокрема і ваша знайома художниця, з якою ви разом писали картини, можливо, ви чули відгуки інших якихось майстрів, саме от художників, які цим займаються все життя. Тому що я не фахівець, але ну, бачачи ваші роботи, я в захваті, це правда, це щира правда. Тобто ну, для мене це високопрофесійний рівень. А що говорять вони? Я скажу таку річ. Каким-то знаменитим художникам ми не демонстрировали свої роботи. Все признання, яке я отримую, это признание моих друзей, моих приятелей, те, которые видят. Те, которые видят, восхищаются, вау, находят какие-то моменты в этих работах и отмечают это. Это прекрасно, это очень сильно воодушевляет. Потому что я думаю, что каждый художник, профессионал, он будет искать недолики. Он будет искать, а что не так у тебя сделано, а насколько ты правильно или неправильно делаешь. У меня есть такое мнение, что на сегодняшний день нужно делать все неправильно. И ребята, которые пришли с вот этим проектом, про которых я говорила, да, которые дали вот эту линию обучения этих мастер-классов, они как раз и пошли в противовес той школе художественной, которая была давняя у нас. Вот, поэтому
Поэтому мне достаточно того признания, которое дают мне ребята. Но я скажу такую вещь. Два года назад у нас мы отмечали юбилей Максу Скоблинскому, про которого я говорила, который начинал и показывал нам, как это все нужно делать. И после, на его юбилее были выставлены наши работы. После этого нам было предложено оставить на межукраинскую, всеукраинскую выставку наши работы. Я с гордостью говорю, что я заняла первое место в рубрике «Цветочные картины», «Цветочное направление». Заняла первое место, получила грамоту. Выставка была в музее Кавалеридзе на Андреевском спуске. Это было шикарно. Ви вже згадали чимало виставок за цей час, що ви створюєте картини. Скільки їх було, чи можете ви пригадати? Бо я вже почула про декілька. Тобто це не одна виставка вже в вашому житті, і вони такого серйозного рівня. Скільки їх було загалом? Ну, от це всі були, які. Тобто була виставка, направлена на «Динамо», і була виставка, яка була посвящена іменно от цей всеукраїнський конкурс живописі. Это было две выставки. Наверное, так мало, потому что все-таки основная моя работа – это финансы. Вот. И, конечно, я понимаю внутри, для того, чтобы продвигать картины, все-таки нужен человек, который будет помогать. Один не может и писать, и где-то их показывать. Здесь обязательно нужен помощник. Я так розумію, що наразі вам потрібен такий помічник. Призываю в помощь, призываю всіх желающих. Скажіть, будь ласка, от наостанок нашого спілкування, що це вам дає? От таке хобі, таке заняття впродовж такого тривалого вже часу, причому я бачу, що ви зображаєте абсолютно різні моменти в різних стилях, жанрах, тобто я маю на увазі натюрморт, пейзаж, портрет, це абсолютно різних технік і підходів потребують ці картини. Що це вам дає от в житті? Бо ви ж згадували про певний такий внутрішній ресурс, так, відійти від цифр. А що ще? Чим це вам допомагає в житті? Вообще творчество – это тот момент, который освобождает человеческую душу и делает ее легкой. И, конечно же, написание картин и вот их появление из-под кисти – оно, это определенная медитация, это определенное состояние души, когда ты понимаешь, что это приносит радость. Это приносит удовольствие. Я хочу вам сказать, что у меня в подъезде весь подъезд завешен моими работами. И люди приходят, им нравится. Им нравится, они благодарят меня за то, что я это делаю. Это замечательно. Я бы сказала, что вы творец краси и людина, яка дарує красу іншим. Це надзвичайно великий і дар, і внесок, мені здається, тому що зараз не кожен готовий ділитися тим, що у нього є, так, особливо, якщо це якась частинка добра, позитиву, от таких хороших речей. Тому дякуємо вам за роботи, дякуємо вам, що продемонстрували, розказали. Обов'язково чекаємо ще, бажаємо вам побільше виставок, експозицій, щоб якомога більше у вас було шанувальників, збільшення аудиторії ваших шанувальників. І приходьте до нас ще, розповідайте, діліться якимись новими етапами в своєму житті. Дякую вам дуже, до нових зустрічей. До побачення.